Всем большой привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня будет видео о покупках, и это уже будут магазины, точнее, покупки из магазина IKEA. Дело в том, что мы недавно ездили в этот магазин, закупились, но покупок, сразу скажу, было не так много, но покупки были очень нужны. В общем, началось с того, что у меня сейчас младший сын активно начал ползать, и ему нужно какое-то коврик, какая-то дорожка, в общем, что-то такое теплое, на чем он может спокойно сидеть на полу, играться, да, ползать, потому что полы пока холодные, на ламинат я его, конечно, пускать не хочу, и отопление пока не работает. В общем, встал вопрос о каком-то покрытии дополнительном. Дело в том, что тот ковер, который мы покупали весной или осенью старшему, в общем, я думаю, что вы помните тот коврик, который мы покупали старшему с дорогой. Он у нас есть, он как бы с ним все в порядке. Но дело в том, что старший пока не очень хочет делить его с младшим и как-то так ревностно относится, когда он на него залазит, в общем, ползает по нему. Поэтому просто, чтобы избежать каких-то ссор, да, и обид от старшего сына, мы решили просто купить дополнительный второй ковер. Мы его взяли, я предварительно зашла на сайт IKEA и посмотрела, какие вообще ковры есть в наличии, естественно, замерили, да, и подобрали один ковер, я вам сейчас его покажу, и, вы знаете, не прогадала, он отлично и вписался в нашу комнату, и я не боюсь то, что он светлый, и я взяла с яркими цветными пятнами, да, как бы рисунок там такой, потому что ребенку очень интересно, то есть расставлены такие цветные акценты, он не блеклый, он яркий, ему интересно на нем играться, он довольно-таки толстый, то есть он намного толще, чем вот тот, что у меня у старшего лежит, и он чуть больше по размеру, и ворс у него тоже чуть побольше, чем вот у этого здоровый. В общем, вот он ковер, который мы купили, я думаю, что многие его знают, он довольно-таки большой. Сейчас точные размеры я его не скажу. Я, наверное, поищу на сайте, просто оставлю ссылки на эти товары. И вы тогда сами пройдете, посмотрите. Он очень красивый тем, что он имеет яркие вот эти вот пятна, такие пуговки. Ребенок, естественно, цвета может потом учить. И также ему интересно все это потрогать, пощупать. Посчитать можно потом эти точечки. В общем, тут, можно сказать, такой ковер для развития. Также по поводу ворса. Ворс очень-очень мягкий. Он довольно-таки толстый. И вот если посмотреть, то вот его толщина, я считаю, что довольно-таки хорошая. То есть ковер действительно очень хороший, добротный, он мягкий, он не колкий ворс. То есть ребенку здесь я могу спокойно пускать, не боясь, что будет ему больно там сидеть или там на ножках стоять. Поэтому ковром мы очень довольны. Если кто-то в поиске ковра какого-то тоже такого интересного, посмотрите. Потому что каких-то таких именно для детских комнат, ну, в IKEA я пока очень мало что видела интересного. Вот это вот больше всех понравилось. Также у меня стал вопрос по поводу окна. Дело в том, что предыдущие все мои занавески, предыдущий тюль, какие-то шторы были в основном подобраны под старые обои, которые были в сиреневых оттенках. И, естественно, занавески тоже были какие-то либо сиреневые, либо розовые, что-то, в общем, в этих тоже тонах. Естественно, сейчас под нашу светлую комнату, с, вот если вы можете видеть, да, с серыми акцентами, не подходят эти занавески, и я стала, как говорится, искать, что же можно купить такого интересного, нового, чтобы мне поменять шторы. В общем, то же самое. В IKEA я посмотрела предварительно занавески, посмотрела, что есть сейчас на сайте. Ну, естественно, на сайте смотреть это, ну, не то. Нужно приехать в магазин, пощупать, посмотреть все воочию. В общем, приехали в мой магазин, и, честно сказать, я потерялась, потому что тюль очень-очень много. Она, ну, вся буквально просто красивая, и есть из чего выбрать. Мы выбрали тюль. Единственное, что я немножко прогадала с длиной. Я вам сейчас ее покажу вот здесь вот на картинке. То есть это не то. Вот. Вот такие вот две занавесочки.
Они на самом деле, получается, что очень-очень узкие. У них 145 всего ширина и 3 метра высота. В общем, с высотой я тоже прогадала. Что-то я не глянула в магазине на высоту. У нас высота, наверное, где-то 2,50, 2,60 максимум. И у нас получилось так, что я очень сильно подгибала вверх. И опять-таки то же самое не просмотрела, да, упустила как-то этот момент. Здесь одеваются шторы как бы на длинную штангу. То есть, да, такая круглая, круглый карниз. У меня карниз с крючками. Ну, благо, у меня есть вот эти вот собачки, да, прищепки. И я как бы повесила сейчас на них. Нет никакой проблемы. Единственное, что вот я просто подшивать пока не хочу шторы, отрезать лишнее. Я просто их подогнула. У меня получился как бы такой ламбрикен сверху, если так можно сказать. И за счет того, что они довольно узкие в ширине, мне пришлось купить две упаковки. То есть, упаковки идут две штуки, и я купила две упаковки. У меня получилось сейчас на окне висит 4 полотна. Удобно тем, что можно мне как раз подойти и открыть спокойно форточку, не расшторивая, да, и задвигая занавески. Можно спокойно подойти к окну, точнее к балкону, открыть балконную дверь, также не раздвигая ничего. И у меня получается так, что вот здесь вот в этом углу, если вы помните, набиты крючки, да, на которые вешаю детские сумки, спортивные одежды и так далее. И к ним также есть доступ спокойный. И пока только остается проблема в том, что мы не можем себе подобрать пока ночные никакие шторы. Дело в том, что тот набор, да, который был представлен в IKEA на данный момент, мне не понравилось. Были темно-коричневые шторы, но они были сделаны из то ли замша, то ли велюр, какой-то, в общем, такой материал, который в себя забирает очень много пыли. Я однозначно сразу даже не рассматривала этот вариант. Темно-серый, если подбирать какие-то шторы, с оттенком боюсь прогадать, и там только льняные были. Ну, в общем, пока мы решили, что я повешу пока вот данные, да, занавеска, тюль, как я не знаю, правильно это называется, и пока мы обойдемся без ночных штор, возможно, может быть, чуть позже, если что-то интересное встретим, купим и тогда повешу. Пока она прекрасно вписалась. Единственное, конечно, она за счет того, что такая мелкую сетку и есть рисунок набивной, конечно, забрал немножко свет с окна, но все равно это выглядит очень уютно, и мне данные занавески нравятся. Я вам сейчас тоже покажу, как они смотрятся у меня на окне. Так, что же касается занавесок. В общем, вот получается наше окно. Здесь у меня идет балконная дверь. И получается так, что вот за счет того, что их 4 штуки, здесь у меня получается занавески, я могу легко открыть форточку. Сейчас закрою просто, чтобы было не так шумно. А так, значит, у меня получается одна висит, вторая. Тут же я могу подойти, открыть спокойно балконную дверь. Опять-таки не зашторывая всю, да, всю занавеску. И вот у меня также здесь вот еще доступ, где я могу также подойти, взять, допустим, ребенку сумку, или он там сам может собрать. В общем, вот таких вот 4 полотна у меня висит. И вот, как я говорила, карниз у меня вот с такими вот крючочками. Мне пришлось туда вешать, в общем, собачки. И сейчас я вам покажу саму тюль, как она выглядит. То есть вот такая вот сеточка. И вот на ней вот такой вот рисунок, цветы. Занавеска выглядит очень красиво, мне очень понравилось. И все, кто не пришел, вот муж, сестра, все сказали, что выглядит очень красиво, довольно-таки уютно смотрится. Сначала меня, кстати, пугали вот эти вот края, сделаны как в виде кружева. Думала, что будет смотреться как-то по-деревенски, знаете, как раньше были такие у бабушек висели. Но нет, оказывается, смотрится очень красиво. И как бы на общий вид это никак не влияет. И вот, как я говорила, мне пришлось здесь очень много подогнуть.
Получается, вот как все равно такой ламбрикен у меня сверху висит. Ну, в крайнем случае отрезать рану не буду. Если что, потом просто, может быть, на какие-то более высокие потолки, если будут в другой квартире, то не надо будет ничего убирать. Также в магазин IKEA я очень давно искала себе салфетки, которые используют можно для фона, для фотографий. Это вот эта розовая салфетка. Всеми, наверное, уже известна, все ее видели, у многих она есть. Но я почему-то ее не видела. То ли не попадалась мне на глаза, то ли ее не было в наличии. В общем, сейчас я ее нашла в отделе кухонной посуды, если вдруг тоже кто-то ищет. Это такие очень-очень плотные, большие квадратные салфетки, как бы для стола. Ну вот, я ее планирую использовать для фото, то есть как в качестве фона. Также еще я увидела вот такую черно-белую салфетку. Мне кажется, это тоже очень прекрасный будет вариант для каких-то фотографий. И также вот такую вот красную, яркую, тоже очень мне понравилась. Тоже себе взяла для фонов. И никогда не прохожу мимо кухни, а точнее мимо посуды. И всегда, когда я в IKEA, я всегда покупаю вот эту сковородку. Это тефлоновая сковородка, да, с тефлоновым покрытием, среднего такого размера. Сейчас скажу, у нее диаметр 24 сантиметра. Она небольшая, она не маленькая, она вот именно такая, знаете, вот, которая вмещается вот все, что бы вы ни приготовили. И мне она нравится тем, что она довольно-таки дешевая, 160 рублей, но, по-моему, она подорожала. Раньше, мне кажется, она стоила дешевле, около 100 рублей. Всегда ее покупаю, потому что как только начинаются там появляться первые царапины, мы отправляем эти сковородки на дачу, и получается новую, выставляем у себя в квартире, оставляем. Хватает надолго. Она легкая, у нее удобная ручка. В общем, ну, чудо-сковородка, не знаю, мне кажется, что у многих тоже они есть, и, наверное, многие любят их так же, как и я, поэтому вот в очередной раз, опять-таки, запаслась очередной сковородкой. А еще на сайте IKEA я увидела чехлы для одежды. Дело в том, что у меня верхняя одежда висит вся без чехлов. То есть костюм мужа, там какие-то дубленки, да, зимние, какая-то верхняя одежда висит без чехлов. А, естественно, мне хочется закрыть ее на летнее время и, ну, как-то вообще просто, чтобы лучше сохранялась и также пыль не летела разная. И вот на сайте увидела у них сейчас тоже по акции, по-моему, 169 рублей стоит вот эта упаковка. Вот такие вот наборы чехлов. Здесь в наборе 3 штучки. Два маленьких и один побольше. Так что вот такие вот чехольчики взяла себе. Буду вешать верхнюю одежду свою. Взяла себе два набора. И по качеству они такие, как кажется, чуть прорезиненные, но довольно приятные. Я думаю, что будет дышать в этих чехлах одежда. Потом повешу. И, возможно, наверное, где-нибудь потом расскажу вам об этих чехлах. И что еще? У нас, опять-таки, возникло то же самое насчет покрывала, да, дилемма. Какую покрывало постелить себе на кровать, потому что предыдущие, которые, опять-таки, были подобраны под старый ремонт, они как бы сюда не вписываются. Они либо были голубоватого, либо фиолетового с розовым. В общем, что-то, опять-таки, мы стали себе искать. И, к сожалению, в IKEA, когда мы были, отдельных покрывал с нашим размером кровати, да, обычно двухспальный, то есть мы, ну, как бы, у нас диван, но мы его разбираем как кровать, иногда бывает собираем его, иногда не собираем. В общем, на наш размер не было покрывал. Не знаю, то ли это на данный момент не было, то ли как бы вообще не очень много больших покрывал на кровать. Именно отдельных покрывала, просто вот одно покрывало и все, без всяких там подушек и так далее. И получилось так, что выходя уже из IKEA, да, там ближе к кассам, нам попалось на глаза вот этот вот набор. Здесь покрывало
и одна наволочка. Размер его 180 на 280 и наволочка 65 на 40. Я пока его еще не открывала, не вытаскивала его из этого как бы тубуса, да, из этого чехла. Оно здесь двухстороннее. С одной стороны темнее, с другой стороны светлее. А на самом деле я как бы в такой мы дилемме были с мужем. Я хотела бежевое взять покрывало. Он сразу сказал вот такое темно-коричневое. Дело в том, что у нас в основном вся мебель белая. И только на стенке есть темные внешние стенки, да, вот ну, на мебели. И поэтому, ну, как бы он сказал, если еще и светлое покрывало постелить, то у нас вообще все сольется. Поэтому мы решили оттенить наш диван, да, кровать вот таким вот темным покрывалом. По качеству знаю, что неплохое. Оно такое как бы стеганое, прошитое. Поэтому будем в дальнейшем стелить его тоже. Но, наверное, это уже где-нибудь фотографию я потом сделаю, возможно, в Инстаграме. Видео просто сейчас уже показывать, как оно смотрится на кровати, не буду. Все, это были все покупки из магазина IKEA, которые мы совершили в этом месяце. Я надеюсь, что вам было это видео интересно. Пишите, если что, свои комментарии, что понравилось, что не понравилось. Также буду ждать ваших комментариев по поводу занавесок, как вам вообще нравится или не нравится. Может быть, подскажете по поводу ночных штор, по цвету, что подобрать. Жду от вас, в общем, комментариев. И всем спасибо вам за просмотр. Желаю всем хорошего дня. Всех целую и обнимаю. Надолго не прощаемся. Пока-пока.